даже по телекартинке это ощущается, и это прекрасно. Ювентус идет вперед большими силами. Джонатан и снова против него Асамо. Противоборство по позиции. Асамо здорово сыграл. Видаль, Видаль первый на мяче. Гол! Гол! 1-1. Очень быстро Ювентус отыгрывается и забивает лучший Артуру Видаль. Пару минут Интер вел в счете. И Ювентус вновь доказал, что с точки зрения ментальности и победного духа эта команда сейчас не имеет себе равных в Италии. Никакого потрясения не испытали. Моментально взялись за дело и тут же сравняли счет. И дважды молодец в этом эпизоде Видаль. Первый раз, что ускорился и сумел освободиться из-под опеки Гуарина. Тот, видите, сыграл подчеркнуто аккуратно, потому что если бы он не убрал ногу, то, скорее всего, был бы пенальти. Потому что на рывке, на этом резком движении Видаль его обыграл в эпизоде. Ну, а дальше был удар с близкого расстояния, и Ханданович оказался бессилен. Тевес! Тевес! Очень опасно! Вот вам и Карлитос. Еще раз мы смотрим. Вот так все начиналось из глубины. Пас Поля Погба и дальний удар с левой ноги в исполнении Карлоса Тевеса. Первый мяч в этом сезоне в серии А пропустил Интер. Но чем бы этот матч не закончился, я думаю, вот этот тест, испытание, экзамен большим...